Всем привет, с вами Пенни Пресс, и это 23-й день челленджа. Уже сбился с счету, какой день, но через 7 дней, 30 числа, будем подводить итоги. А сегодня пока что 23-й день, на балансе снова 250 с багованным промокодом. Первый фрикейс вчера я крутанул вне видоса, выпало из него 3 грозы. Вот таких вот 3 грозы оттуда выпало, ничего. О, интересного не случилось, не произошло. Сейчас мы покрутим второй фрикейс, посмотрим, что выпадет с него. Ну, либо три грозы, либо три осадка, другого быть не может. Черный песок, ну, что-то новенькое, необычное, неожиданное. И аж за 26 рублей, ну, прям для апгрейда есть скины. Потому что сегодня-то апгрейды точно должны зайти. Так как сколько можно сливаться. Кавалерия, да ладно, за 30 рублей скин выпал. Обалдеть, за 39. Драгомир, ну, не гроза и не... Еще там не осадок. Вот что-то прям интересное. Янтарный градиент, да хуй-то там. Да ладно, что, серьезно? Серьезно? За 60 рублей еще скин выпал. Что происходит? Второй фрикейс тащит? Второй фрикейс тащит. Вот. А затащит ли случайно засекреченное, узнаем с вами прямо сейчас. Напоминаю, что цель — выбить из этого кейса скин дороже 200 рублей. Это у меня практически никогда не получается, как и сегодня. Как и сегодня. Ну, хоть за 110, хоть за 110 и хоть не этот, как он там, противный. Так, скин, который мне... Джин, вот. Хоть не джин, и то, слава богу. Вот. Эх-эх-эх-эх. Слушай, выпал скин за 110 и на балансе осталось 110. Совпадение? Не думаю. Не думаю. Скорее всего, это знак. А знак к чему? Узнаем с вами. Покрутив ширпа кейсы. Узнаем. Покрутив ширпа кейсы. К чему этот знак? К этому? Ну нет, не может быть. Подожди, а сколько у меня получается? У меня... Только два скина сейчас для апгрейда есть, да? За 26 и за 39 рублей. Ну, это как-то жиденько. Жиденько. Ровным. Жиденько. Очень жиденько. Два скина на апгрейды. Потому что из двух попыток вряд ли там что-то залетит. Уже. Эх. Ужики, ужики. Снова Галя. Ну, они что-то... Она какая-то дешевая. Дешевая какая-то Галя. Подешевела Галюха. Хотя бы за 10 бы падала. А тут что-то за 5 упала в цене. Но упорно продолжает падать. Ну, хотя, с другой стороны, можно это расценивать как некий прорыв. Так как все не только все ширпу дает. Да, я тут телефон поставлю на зарядку. Че? Опять Галя. Да ты что такое? Ух ты! Галя, дороже 10 рублей! Вот это да! У нас еще есть один скин в апгрейд. Еще один скин для апгрейда. Это сочненько, это классненько. Это чего? Два синих скина сразу? Что сегодня с изи-дропом? Что происходит? Откуда? Откуда? Почему он так насыпает? Почему он так наваливает? Я не верю в свою удачу. Снова Галя. Не, ну сегодня, мне кажется, хоть один. Галя ровно за 10-16. Обалдеть, уже две Гали дороже 10 рублей. Но сегодня апгрейд-то хоть один да должен зайти. Ну и, конечно, лучше бы, чтобы зашел какой-нибудь апгрейд этот, такой там, посочнее. За 20 рублей глубокий рельеф. Вау. Вау. Что происходит с изидропом? Неужели он меня простил? Неужели он мне простил? Ну, как-то так, да, как-то херовенько он меня как-то простил так плохо. Ну, то есть простил, может быть, он забыл то, что я столько выиграл тут уже. И решил мне снова понавыдавать. Но нет, это просто была такая, знаете, прелюдия перед тем, как дать поебальнику. Вот, это так он меня гладил такой... Гладил нежно по волосам, такой, оп, а потом нахуй прямым в челюсть. Вот и все. Я тут такой, теряя сознание.
от разочарования. А тут даже белое напыление, Галя. Вот оно что. Ну, давай еще разок крутанем. Ну, хотя с двух кейсов может выпасть, чтобы там на один хватило. То есть может, да, может. Может выпасть. Может. Так тут выпало-то даже, что на два не хватит одной копейки, ровно на один. Ну, сейчас, ну, за копейку скин меня отсюда еще не падало. Это значит, что сейчас стопудово я еще разочек докрутану. Галя, белое напыление. Ну, рубль 40 пойдет. На один хватает, и ладно. И потом летим в апгрейды. А потом летим в апгрейды. И сегодня с апгрейдов забираем какой-нибудь сочный скинчанский. Что ты? Да ладно. Там А теперь одна копейка осталась. Вот оно что. Ну все, теперь. А теперь ничего не осталось. Теперь ничего не осталось. Все, летим в апгрейды. В апгрейды летим. А, есть у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Целых шесть скинов, чтобы сделать апгрейд. И я очень надеюсь, что это будут не скины за 10-рублевые. Я очень на это надеюсь. Пожалуйста, только не за 10 рублей. Только не с 10-рублевых апгрейд, ладно? Только, пожалуйста, не с 10-рублевых. Фух. 10-рублевый участь нас миновала. Участь 10-рублевых миновала. Отлично. Давай вот это. Wildblown. Как ты называешься? Windblown. О. Вот. Ну, в принципе, вот уже за 20. С 20 можешь начинать заходить. Вот вирус. Какой интересный скин. Ну, так. Подожди, я уже хуй знает какой. Я, наверное, уже 30-ю попытку делаю апгрейда. Слушай. Что за бред-то какой-то? Слышь, ты изи дроп. Ты берега попутал, что ли, ёптать? А? Собака ты серая. Я, конечно, в ахере, но ничего. Ластовый все равно будем делать. Охереть, блядь. Ну, давай тебя, аристократ. О, охуеть. Стой, у меня что? У меня изменилось. Так, давай глянем, что у нас тут доступно для продажи. Ну, сегодня только два вот этих. Вот этот и вот этот сегодня я вытащил, да? Я же их только сегодня забрал. Его и его. А это вчера был. А это сегодня. Сколько? Ну, перевалили за 18 тысяч. Стоп, я не понимаю. 55 на 407. Ну, это восьмой. Как минимум, каждый восьмой должен заходить. Каждый восьмой. У меня вчера сколько было? Позавчера сколько было? Ну, значит, что? Какой вывод я могу сделать? Я могу сделать вывод только такой, что... Какой вывод? Что? Что следующие апгрейды залетят? Два, как минимум, апгрейда следующих залетит. Ну что, на сегодня тогда, ребята, все. Всем спасибо за просмотр. Пользуйтесь моим промокодиком, который где-то там вон бегает. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии, участвуйте в розыгрышах и конкурсах, которые у меня проходят. Всем пока, до новых встреч.